Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наше приключение в Скайриме. Итак, на сегодня я думаю, что займусь я таким квестом под названием «Зов Баэти». Нашел я его у себя в журнальчике. Меня там для чего-то призывает Баэти, непонятно для чего. Решил я, что можно сбегать. Можно сбегать туда и разобраться с ней. Она где-то вот туда куда-то мне двигать. Поэтому вперед. Правда, не знаю, как именно можно к ней пробраться. Ну ничего, сейчас будем разбираться. Это для нас не впервой. Я так полагаю, ее святилище, как и Азуры, наверное, находится на вершине где-то гор. Поэтому, он, в принципе, оно уже и на мини-карте у нас. Ну, опять же, это тяжело назвать мини-картой. На нашем этом компусе, боже мой. Опа, кто там? Тролли, я вам помогу, ребята. Конечно нет, братки, я вам помог. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Так. Я подумал, дракон. Кому от этого плохо? Ясно. Что-то мне кажется, что мне наверх, друзья. Вот что-то я думаю, что куда-то вот сюда, потом налево мне нужно будет поворачивать и двигать в сторону храма Баэти. Попал? Попал, вы прикиньте, вот это я снайпер. Так. Куда-то вот туда, мне что-то кажется. Конечно, своя атмосферка немного. О. А вы кто? Есть что? Возьму. Куру белого тоже можно. А у тебя? Вот этого плохо. Погляди. Нет, мне не надо. Это возьму. Так. Потом пущу эту всю шкуру на кожу. Так, и кто здесь? Ой, родные. Тролля, да? А я что-то подумал, медведи. Ах ты, блин, попал я. Стрельба 97. Еще чуть-чуть. Еще 3 пункта, и я наконец-то смогу взять этот. Ой, братишка, куда стоять? У-ху! Ладно, хрен с ним. То я так до конца буду бежать. Наверное, еще падает, да. Что у нас здесь? Оленья шкура, прикольно. Жир тролля. И все, да, ничего здесь и нет толком. Но нет. Что-то есть. Он золотая жила или какая-то. Да, золотишко, ща добудем. Не зря я с собой кирочку тягаю. Добываем все это дело. Отлично, все добыл. Так, а вон и храм Баэти. Вперед. Я бегу. Найти поклонников Баэти, а это не они. Ага. Мы верные служители владыки Баэти. Ты здесь, чтобы испытать себя? Повелитель интриг, обманщик народа.
народов, пожирательница Тринимака, королева теней, богиня погибели, тот, кто уничтожает, и та, кто стирает. У госпожи много звучных имен, но они нужны лишь нам, простым смертным. Можешь развивать ее могущественные имена хоть до скончания века. Все бестолку. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам позаботиться о себе, чей дух полон силы, а жизнь деяний. Понятно. Мое сердце полно стремлений, а жизнь наполнена событиями. Мне это не нравится. Ну что ж. Ты ничтожество. Последняя ошибка. Мы верные служители владыки Боэт. Мы следуем примирению. Ты? Ты ничтожество. Я тебя не боюсь. Возможно, я ошиблась в тебе. Повелитель Интри, госпожи. Ты ничтожество. Да я тут вас сейчас всех завалю. Мы верные служители владыки Боэтии, повелители господ. Имена не значат ничего для господа. Ага. Во-первых, ну, затем... посмотрим, пока я это не буду, конечно, делать. А я могу? Хочешь помериться силой? Слово, сказанное вовремя или вовремя обнажу. Мда, и где же мне искать? Тут никого тем и другим. А заманить кого-нибудь в ловушку, да? Ага. Ну это, короче, сюда. Ясно. Нечего мне пока тут делать. Я не собираюсь пока никого убивать. Может быть, как-то в другой раз. На-на-на. Что же мне... Чем же мне заняться? Ты. О, вот это я знаю. Заданица у меня столетней давности. Можно попробовать его сделать. На гору Дегората. А, вот она. Отлично. Давайте в пещеру. Кстати, а с этой пещерой там есть свои проблемы какие-то. Да. Коль есть скелеты, значит не все тут хорошо. Пока отдохните, мне нужно сбегать вот сюда. По всей видимости, тут тоже какой-то доэдрический храм. Да. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных. Их искусство и их сердце. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Не знаю.
Держи. Воу-воу, что происходит? Етить колотить. Он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Я сделаю это. Конечно, я ведь приказала тебе. Ну, конечно. Да не вопрос. Малкоран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся. Тяжело. Воу. Фу, я хоть не помер. Так. Ага. Куда-то мне сюда. Опа. Минус лисица. Ща я разберусь тут со всеми. О, свежок. Блин, у меня отмычек тут. Кот наплакал. Опа. Золотишко я заберу. Оно тут уже никому не нужно. Так. С этим делом я сейчас разберусь. Гляну, что тут. О, тут сундучок. Сундучок, это хорошо. Мало, конечно. Но и на том спасибо. Так, тут можно и на картаны сесть. Сейчас выйти, пару хедшотов дать. Ага. Здесь все? Ну, вроде да, тут. Других каких-то особо действий ты и не сделаешь. Отлично. О, какой ты мощный, а? Даже не умираешь с одного выстрела. Получи. И что ты такое? Походу ничего интересного.
Так. Понятненько. Камень душ заберем. Он здесь никому не нужен. Ворочек. Пусто. Ага, ясно. Поворот не туда. Так, куда сюда мне, что ли? Да. Пошла еще одна. Красота. Вот так вот я люблю воевать. Пришел, увидел, победил. Да, количество золота в урнах просто запредельное. Ничего, никого нет. Что в сундучке? О, в сундучке годнота. Отлично. Где-то тут должны, я думаю, быть еще схожие существа. Но что-то не видно пока. Так, что у нас тут? О! Спокойно, братан. Свободен. Ничего интересного. Так. Как попасть сюда? Эксперт. Но я не уверен, что я смогу эксперта хакнуть. С первого раза, друзья мои. Да, это, блин, обалдеть можно. Я надеюсь, тут что-то ценное. Обосраться, насколько ценно, а? 5 золота и какой-то там нулячий шлем. Жесть. Ну ладно. Так, что у нас тут? Ага. Туда не вариант. Стоять. Опа, опять эксперт. Жесть, еще раз. Ну я красавчик. Булава, беру. Булаву продадим. Дело-то нужное. Так, заходим внутрь. F5 прожал. Пара кувырочков. Так, в урне ничего. Еще есть?
Вроде не вижу. Ладно. Приглашают наверх. Нужен ключик. Понятненько. Что у нас тут? То же самое. Отличный прострел был. Пусто, пусто. Тело. Что дальше? Так, где-то животное какое-то. По всей видимости, наверху. Ох, черт. Я вот только не совсем въезжаю, как наверх пройти. Но я думаю... О. А вот и ответ на мой вопрос. Ничего, ничего. Опа, здесь что-то есть. Ох ты, какие няшечки. Скачок. Получи. И еще раз. Так, тут у нас никого и ничего. Ой-ой-ой. А, это новичок, темнее эксперт показалось. Золотишко забрал. Блокирование до 97 повышается. Прикольно. Так. Все барахло. Трон. Давайте вернемся. Замечательно. Очередной проход. Куда ведет, непонятно. Получи. Что, только один? Ага, сейчас. На. Не, боевой молот мне не надо. Так, куда мне? Вот ты. Ух ты ж, блин, а. Хорошо, что я решил подойти сбоку. А то бы выхватил. Не сильно, конечно, но приятного было бы мало. Так, ну барахло. Что здесь? Мне нравится, что у них есть лук, но при этом нет стрел. Что с ними не так? Так. Опять же, на картаны присел и в 5 прожал.
Братишка. И... Куда мне теперь-то? Вроде провел. Странно. А, походу тут еще вот и катакомбы эти. Видать, это они и открылись. Да. Так и есть. Ох, тут, ё-моё, что тут сильно темно. Аккуратно, аккуратно. Где? Я уверен, тут должны быть враги. Где они? Ладно. Активирую. Ну что, никого нет? Ну, как скажете. Инструмент для бальзамирования. Мне он как-то не особо интересен, этот инструмент. Опа. Лови. Братан, ты ж не еще? О! Ты какой, а? Свободен, родной. Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Некроманская всякая мочмала. Ого! Да, тут, походу, много ребятишек было. Сейчас заберу, подождите. Дайте золото собрать, оно тут все равно никому не надо уже. Ну, ладно. Рад стараться. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Пусть свет уверен. Благодарю. Оу. Ох. Ушел в небытие. Так, ну что ж. А что за предмет? Она сказала про какой-то меч. Сияние рассветом сжигает на 10 единиц при убийстве нежити, дает шанс огненного взрыва. Прикольно. Так, ну что ж, друзья, думаю, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока!